Всем привет, добро пожаловать на канал Skullplay. Сегодня я вам бы хотел показать, так сказать, не квесте, как сделать браслетик. Из, получается, браслет Арии. Из браслета Таути. Вот, браслет Таути у нас он идет на силу и интеллект по отдельности. Вот, раздобыв душу в серии квестов. Сейчас тебе вам скажу. В локации под названием Семя Адского Пламени. Достав по квестам душу в Таути и получив браслет. Вот они подсказаны. Вот он. Есть. Вот, подходим к НПЦ. Фергюсону. Вот. И берем второй пункт. Обменять браслет с душой на браслет улучшенный. Вот. Что у нас будет в итоге давать? Смотрите. Что нам дает обычный сет? У нас он... Ой, не сет, говорю, браслет. Он нам дает плюс 216 маны и 5 ячеек для талисманов. Улучшенный же будет давать все то же самое. Только плюс один силы, плюс один интеллект. Мало прибавка, но для начала неплохо. Меняем. И получаем. Вот он наш красавец. Смотрим по статам. Они добавились. Одеваю свой обратный и летим в деревню охотников. Хантер Вэлли, кто не помнит. И там находим НПЦ Ария. Как-то так ее зовут. В общем, сейчас все покажу. Так, вот мы и на месте наконец-то. Ищем НПЦ, вот она. Искатель душ. Ария Фесматер. Немка явно. Вот, и выбираем. Сейчас. Вот этот первый пункт. И вот, можно теперь выбрать, что нам надо. Или... Получается, и нам в данный момент или силу можно взять, или интеллект. Коротко говоря, есть у нас, получается, браслет с Исхиной, есть с Октависа. Есть Таути. Вот. И браслеты, в принципе, идентичны, но отличаются лишь они свойствами. А, получается, Исхина у нас на выносливость дух идет. Октавис на ловкость, мудрость. Таути идет на силу и интеллект. Но нам, так как он с Титан, нам нужна сила. И вот требования. Улучшенный браслет Таути есть. И 1000 рейдовых очков есть. Вот она внизу пишется. Найти несложно. И меняем. Все, вот мы и получаем. Теперь смотрим разницу. Так, это лишнее открыл. Вот оно. Атака у нас сколько добавилась? На 120 атака добавилась. Это без бафа. С учетом бафа будет гораздо больше прибавка. И если Титана делать как PvE-шный класс, то его надо чисто в силу развивать. Вот. И это будет хорошая, так сказать, возможность улучшить вашу атаку и критическую атаку. Потому что сила у нас влияет на урон критической атаки и на сам урон. Ну что ж, вот в этой серии я вам показал, как ей менять браслеты. Что ж, если есть вопросы или хотите увидеть что-нибудь интересное на моем канале, пишите ваши пожелания. Что непонятно, пишите тоже, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше видео. Потому что я буду знать, какую тематику для вас писать.
вами был Дмитрий. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующих встреч на моем канале.